Чудо-азбука. Автор Николай Морянин. Мне на праздник Дед Мороз чудо-азбуку принес. Ну-ка выучу ее, А, Б, В, Г, Д ее. И продолжу без проблем Ж, З, И и краткое К, Л, М. А потом еще прочту N-O-P-R-S-T-U и добавлю от души F-H-C-Ч-Ш-Щ-Ы. Напоследок будет так: твердый знак и мягкий знак. А в итоге знаю я очень просто Эю-Я. У кого желание есть чудо-азбуку прочесть, буквы тот от А до Я быстро выучит, как я.